Всем привет, ребята! Вы на канале Все про ставки, и сегодня я покажу вам свою стратегию на игру VAR, по которой буду играть, как всегда, букмекер в конторе MailBet, где очень хорошая отдача выигрыша. Поэтому вам всем советую данную контору, ссылку на нее оставлю в описании, а в закрепленном комментарии вы сможете найти промокоды и бонусы в размере 6,5 тысяч рублей при первом депозите. А также хочу вам посоветовать очень хороший канал, который называется Black Joker. На нем периодически выходят интересные ролики по тематике 1x Games, и как только там наберется 3000 подписчиков, то будет конкурс на 3000 рублей. Поэтому переходим по ссылке в описании и подписываемся на данный канал. Итак, в чем же заключается суть сегодняшней нашей стратегии? Мы ставим минимальную ставку в 10 рублей, и нужно, чтобы 3 раза подряд мне и дилеру выпадали карты разного цвета. После этого мы уже ставим сумму, которую захотим, хоть 1000, хоть 500, хоть 100. Итак, начинаем. Отлично, сейчас выпали карты разного цвета. Вторая попытка. Тут не повезло. Начинаем все заново. Тут снова выпадает карта из одного цвета. И здесь. И здесь. 4 раза подряд выпадают карты красного цвета. Ладно. Отлично, наконец-то. Вторая попытка. Тоже хорошо. И третья, последняя. Ну и, к сожалению, с третьей попытки нам выпадают карты одинакового цвета. Так, хорошо, разные. Тут тоже разные, отлично. Ну и третья. Да что ты будешь делать? Почему именно на третьей попытке выпадают карты одинакового цвета? Ну ладно. Хорошо. Отлично. Ну и третья. Отлично. Ставлю 1000 рублей. Вот. Поехали. Смотрим, что у нас здесь. Ага, проиграли. Удваиваем. Это совершенно нормально. Когда я играл, мне максимум приходилось сделать 2 удвоения. Вот. Сейчас мы выиграли, и мы в плюсе на 1000 рублей, получается, на данный момент. Баланс мой был вроде 14 500. Ну, 14 600, но будем считать то, что 14 500. Итак, здесь я нажму сдаться, потому что у нас и так карты разной масти. Потому что если я нажму война, может быть, мне выпадет там две карты одинакового цвета. Вот. Вторая попытка. Хорошо. Ну и третья. Ай, опять с третьей попытки не везет. Ладно, пробуем еще. Так, да что ж ты будешь делать, а? Никак не можем поймать разные цвета. И отлично, нам это удалось сделать. Вторая попытка тоже удачная. Ну и третья. Отлично. Ставим снова 1000 рублей. Поехали. Итак, продолжаем. Я почему-то решил то, что 10 больше, чем валет. Вот, но мы выиграли. Так, снова возвращаемся к ставке в 10 рублей. Так, это нам не надо. Вот так вот. Поехали. Последний раз играю по этой стратегии. Ну и, наверное, закончу. Так как заигрываться, как мы знаем, не стоит. Да что ты будешь делать-то, а? Отлично. Разные масти. Разные. Ну и последний, третий. Пожалуйста. Ну, конечно. Ничего нового, ребят. Отлично. Господи, вот иногда кажется это невозможным просто. Это какое-то издевательство. Так, один. Ай, как это бесит просто. Но это невозможно. Один. Да что ты делаешь? Два. Сдаться, конечно. И три. Последний. Да это просто издевательство. Такое ощущение, что они просекли то, что мне нужно, чтобы мне 3 раза подряд выпадали разные цвета. Вот вы видите просто. 3 раза. На третьей попытке выпадает одинаковый цвет. Как это выбешивает просто. Сдаться. Вторая попытка. Отлично. Третья. Это... Нет, ну у меня нет слов просто. У меня уже подгорает.
Серьезно. Да как это происходит? Один. Два, пожалуйста. Наконец-то, спасибо. Ставим 1000. Последняя попытка, ребята. Война и... Блин, проиграли. Это получается, я 2000 проиграл? Ну, ребят, придется 4 ставить. Капец. Чё за подстава? Что это было? Опять ошибка соединения. Итак, продолжаем. Я так понял, мне сейчас нужно не 4000 ставить, а 3000, так как я думал, что я уйду в плюс на 1000. Короче, сейчас все поймете. Ставлю 3000 и выигрываю. Итак, с сегодняшнего ролика мы ушли в плюс на 3000 рублей по этой идеальной стратегии, но, конечно, она немножко такая бесячая. Ну, а в целом стратегия очень хорошая, вам всем ее советую. А также не забываем про БКМ ЛБЭТ, все ссылки в описании и в комментариях. На этом все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.